Соревновательный дух всегда приветствуется и поддерживается на нашем проекте. На этой неделе был проведен мини-турнир 6 на 6 под руководством Сергея Лободовского. Как все прошло и каковы результаты, вы узнаете в данном дневнике. Теперь у нас, сейчас у нас будет мини-турнир. У нас будет 3 команды по 6 человек. Будем играть по круговой системе, каждая команда с каждой, и в 3 круга. И тоже будем определять победителя этого мини-турнира. Победитель получит возможность пробить так называемое сало проигравшим, чтобы была мотивация у всех. Один каждый, здесь голос должен подсказывать. Все лови. Один есть. Красный. Вот, да. Ближе, ближе. Синий. Ты у нас много! Хорош накрыл, Дани! Пока! Дани удаст тебе! Офсайда нет! Быстрее, Дуна, долго! Давай, давай, Серёга, левая нога, Хороший бит, хорош, хорош. Открой! Посмотри низом. Здорово. Дани, здорово. Выше, напрягайся. Мяч белый! Играйте в пас, не надо таскать здесь мяч! Ближе, кнопка ближе! Вообще ударов нет! Хорош! Эй, эй, Дима! Хорош, Дима! Положи, положи, души! Эй, эй, блин, ваш ты, Дима! Сзади, сзади, Алима, сзади! Зачем в одну точку пришли? Лево и Яза. В одну точку пришли. Один! Выходи! Хорош!
проще Дуна через пас играть. Покажи, Батка! Хорош, Батка! Играй, играй, давай! Аир, твой мяч, красавец! Правильно! Хорош, Алдик, начинай быстрее! Один, поем мы! Поверти головой, посмотри, нету, остановись и принимай здесь. Работа, работа, давай, давай. Долго ела. Зеленые, первое место.